прекраснейшая жизнь, просто прекраснейшая. Прекраснейшие пенсии, у детей была прекрасная работа, оба работали с зятья на Ильича. Сейчас у нас нет вообще ничего, понимаете, вообще ничего. Вот, мы остались бомжи, просто бомжи. Ничего не осталось. Я же говорю, в баньке живу, маленькая банька такая у меня. То печечка и это, то... И все, крыши нету, ничего нету, все.